Универсиада должна достойно представить и татарскую культуру. Тему за круглым столом обсудили в Доме дружбы народов. Речь о привлечении татарской молодежи к здоровому образу жизни и воспитании спортивных звезд. На встречу пришли общественные и политические деятели, члены Оргкомитета Всемирных студенческих игр. Во-первых, мы хотели, чтобы все татары мира узнали, что в Казани, в центре для всех татар, проходит вот эта большая универсиада всемирная. И чтобы, во-первых, пропагандировать, наверное, здоровый образ жизни, узнавать своих спортсменов с татарскими фамилиями, которые выходцы из Татарстана. И вообще, то есть, чтобы и как попасть сюда, на универсиаду, то есть, кто живет в других регионах, за рубежом, то есть, вот эти вопросы тоже.